Да можно сказать возвращение. Потому что он годом был стажером. В Росвело прошедший сезон провел. И очень небесплодные у соседей наших визитера Катюши. Блистающий уступал на знаменитой марионетке Рок из Арки. Выиграл два этапа горный спринтерский зачет. Стал четвертым на Тур де Лавенир. Мне просто не хватает времени для того, чтобы представить Александра Парифорова. Что у нас очень укрепляется горное подразделение. Еще один ярко выраженный горовосходитель с 4 годами опыта выступления в мировом туре. Победитель общего зачета Джиро делле Валле д'Аоста. Горный король тура Романди. На его счету шестерка сильнейших на туре Австрии. Это не полный список достижений Петра Игнатенко. Еще одно радостное и приятное для команды возвращение. Русвело снова будет выступать двукратный победитель мемориала Олега Дьяченко. И однократный призер этапов международных многодневок, который теперь обогатился опытом выступлений высшей лиги мирового спорта Александр Рыбаков. Работоспособность следующего гонщика по имени... Просто поистине фантастическая. Мало кто на самом деле способен переваривать такие огромные нагрузки. Он первый год провел в Русвело, мы знаем его достижения, мы знаем его перспективы, и в следующем году верим, что у Кирилла Позднякова будет огромный прорыв. Принято считать, что разделщик – это гора мускулов, ну, по крайней мере, чаще всего. Но разделщик может быть легок, сухочап, и тем не менее, может быть и чемпионом страны, и двукратным призером. Он повторил свое бронзовое достижение в этом году. Он вошел в 15 лучших на чемпионате мира. Артем Овечкин! И вот уж кто знает дороги Италии, так это недавний новобранец команды, выросший на этих дорогах как гонщик. Всего 3 дня назад он праздновал свой 24-й день рождения. Он здорово финиширует, но может целый день проехать в целом отрыве. Иван Балыкин! Ну, наверное, недавнему имениннику будет логично предоставить и слово. Ваня, как вот с именинным, с праздничным таким расслабленным настроением? Было ли оно и не улетучилось ли оно за дни установочного сбора? Все-таки работа-то была с утра до вечера, ого-го. Ну, как говорится, все хорошее всегда заканчивается. На самом деле все было, все прошло на отлично. Команда сделала мне даже приятный сюрприз. И настроение так, что... присутствовал в течение всего дня. И как помню, первый сбор всегда оставляет хорошие и приятные воспоминания. А вот в этом сборе, в сборе нынешнего года, ты уже можешь сравнивать, поскольку прошел 2 установочных сбора, что тебе больше всего понравилось, какие новые черты, какие какие-то мероприятия? Ну, этот сбор был очень похож на прошлогодний. Но, тем не менее, он был очень полезен, во-первых, как для молодых гонщиков, кто первый год в Русвело, ну и для тех, кто постарше, чтобы, так сказать, укрепить свои знания. Ну, я кажусь, в общем, Русвело, потому что она все время, с каждым годом продвигается вперед в плане новых технологий и сотрудничает с новыми интересными спонсорами. Серьезный у нас обстоятельный гонщик. Серьезной команде. Мы желаем успеха. И переходим к группе лидеров. Те, у кого он ищет.